Всем привет! Надежно, стильно и, главное, функционально. Все это про модель из нашего сегодняшнего обзора. И речь пойдет про кроссовки для туризма Long Peak Hiker 2 от американского бренда Altra. Данные кроссовки славятся своей широкой анатомичной колодкой и максимальной заботой о ваших коленях благодаря нулевому дропу. Верх этой модели выполнен из сочетания кожи и прочной синтетики. Никакой мембраны внутри нет, а значит, можно смело отправляться даже в экстремально жаркие регионы. Но при этом достаточно плотные материалы верха при использовании пропитки без проблем справятся с небольшими осадками. Вообще, внешний вид данной модели напоминает кроссовки из разряда Lifestyle. Стильные вставки и интересная геометрия верха придутся по нраву любителям носить спортивную обувь в городе. Что касается высоты манжеты, то она обеспечивает базовую поддержку и плотно обхватывает голеностоп. Но не стройте для себя иллюзий. Это кроссовок. И если вы идете с тяжелым рюкзаком или маршрут предполагает серьезный рельеф, лучше смотрите в сторону полноценного ботинка. Подошва у данной модели достаточно зубастая для комфортного передвижения по рыхлому грунту, а протектор крайне износостойкий. Это сказалось, конечно, на сцеплении с гладким камнем, но по каменистой тропе уверенности вам будет достаточно. Что касается амортизации, то не ждите от них мягкости, как у шоссейных моделей. Пена достаточно плотная и даже учитывая толщину межподошвы в 25 мм, ощущается достаточно жесткой. Это сделано для максимизации устойчивости и контроля стопы на рельефе. И перейдем к главной особенности данного бренда. Колодка имеет заметное расширение в носочной части, обеспечивает просто неприлично комфортную посадку на стопе. Пальцы свободны, и вы можете наслаждаться естественной работой стопы. А нулевой дроп, или простым языком, отсутствие перепада между пяткой и носком обеспечивает устойчивость и разгружает ваши колени и спину. Правда, поначалу это может быть непривычным, и ваши икроножные мышцы получат нагрузку по полной. Но к этому достаточно быстро привыкаешь, и потом вернуться к обуви с каблуком будет достаточно сложно. Если подвести итог, то данные кроссовки просто созданы для прогулок в горах или любителей формата ультралайт. Они прочные, легкие и, главное, комфортные. Берегите ноги, ходите в горы и, конечно, заглядывайте к нам в гости на Сайкино 4.